«Возьми друга из приюта». Так называется выставка бездомных животных, которая пройдет в предстоящую субботу в МТВ-центре в Чебоксарах. В рамках выставки организаторы будут пристраивать собак и щенков от 2 месяцев из пункта передержки бездомных животных, а также кошек и котят, которые находятся под опекой волонтеров фондов «Умка» и «Усатый-полосатый». Все животные, которых представят на выставке, здоровы и имеют ветпаспорта с необходимыми прививками. Организаторы также будут рады помощи в виде кормов, поводков, ошейников, лотков, мисок и пеленок.